Астория у каждого вызывает свои неповторимые образы. С соусами Астория ваше воображение безгранично. Астория. Вкусовые импровизации. Всем кулинарный привет. Давно хотел приготовить одно блюдо по очень интересному рецепту. Ну что, работаем? Берем яйца. Это куриные. Опа! Нам понадобится 4 яйца, и из них мы приготовим яичные блинчики. Все готовится очень просто, как омлет обычно. Теперь пришла очередь соуса. Это сырный. То есть только сырный в данном случае будет хорошо сочетаться с яйцами. Так, чуть-чуть добавьте, где-то примерно такое количество. Потом нам он понадобится. Да, кстати, будем готовить мы сегодня салат. Перчик черненький. Солька. Окей. И все взбиваем. Взбиваем до тех пор, пока наш соус сырный не растворится полностью в яйце. А теперь переходим к плите и начинаем жарить наши яичные блинчики. Смотрите, как. Опа! Масло должно хорошо быть разогретым. Накроем крышечкой и немножко подождем. Астория у каждого вызывает свои неповторимые образы. С соусами Астория ваше воображение безгранично. Астория. Вкусовые импровизации. Итак, у меня в руках два яичных блина, которые сейчас должны остыть. И сейчас займемся репчатым луком. Так, лук. Значит, нарезаем, как всегда, кубиками. Так, лук побежден. Ой, что-то плакать хочется. Ну да ладно, сейчас мы сделаем так, что плакать не захочется. Я буду сейчас заливать кипятком наш лук. Кипяточек. Так. И оставим буквально на пару минут. А тем временем займемся вот этим вот куриным рулетом. Здесь вы видите, у меня скомбинирована курица и что-то еще мясное. Вот, ну, вкусно, пробовал. Так, филе мы уже порубили. Теперь берем салатник. Именно все здесь будет происходить. Так. Так, это сюда. Как говорит народная мудрость, мяса много не бывает. Значит, мяско пока подвинем в сторонку. И будем заниматься нарезанием морковки. Буду нарезать ее кубиком. Морковка у меня предварительно, естественно, сварена. Смотри, какое настроение, а? Классненько. Так, дальше вспоминаем о луке. Мы его вылавливаем, вот сюда добавляем. И пришла очередь кукурузу сюда добавить. Это обычная, сладкая, консервированная. Переходим к следующему этапу. Наши, да, яичные блины остыли. И сейчас мы их тоже будем нарезать соломкой. Так, приглашается на разделочную досточку один. И сверху второй. Нарезаем. Добавляем в наш салат. Видите, я так их крупно порезал, чтобы они чувствовались. Вот. И сейчас пришло время добавить наш сырный соус. Астория. Да, это то, что нужно. Значит, добавляем соус. И все перемешиваем. Так. Наш салат мы будем подавать на листьях салата зеленого. Вот и все. Но у меня единственная к вам просьба. Не экспериментируйте с другими соусами. Только сырный соус Астория дает тот пикантный вкус нашему салату. И еще один момент. Не рассказывайте своим домочадцам, из чего состоит этот салат. Вот когда они попробуют, они вряд ли догадаются. Ну что ж,
творите, живите вкусно и до скорой встречи. Астория. Вкусовые импровизации.